И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Экварджи. Это уже третья серия нашего выживания в 1.14.4. И сегодня мы играем крафт. И сегодня я хочу пойти на затонувший корабль, который я где-то там видел. Он был где-то там. И я голодный, я хочу кушать. Мне почему-то подсказки показываются, хотя я не знаю, я уже давно начал выживать. Странно, однако. Давайте покушаем, зайдем. А у нас еда-то вообще есть? Надеюсь, да. И еда у нас есть, конечно же. В прошлой серии мы потеряли деревню, к сожалению. Поэтому туда возвращаться у нас смысла нету. Поэтому давайте пойдем на затонувший корабль, который я видел еще в прошлой серии тоже, да. Но я туда не сходил. А вот сейчас я туда пойду и проверю, как там дела обстоят. Да. Погнали прям туда, и когда я приду, я уже вам все покажу. Вон он, да, вот. А, это не корабль, это что-то другое. Это крепость какая-то. Ладно, это нам, она нам тоже нужна очень. Так, там магма. Опа, вот уже всякие личности. Давай, иди сюда. Давай, нападай, нападай. Хоба, все, смерть. Пацаны, вы любите дошек? На, чего вы быкуете-то? Чё они там, у них там что, спавнер или чё? На. Все, они все умерли? Давайте пойдем и облутаем тут все. Так, вот, карта клада еще есть. Все, теперь быстро убираемся отсюда. Фух. Все, я нашел карту. И она показывает нам туда. Погнали туда, что ли? Попробуем откопать клад. Нам, правда, лодка нужна для этого. Ладно, и так сойдет. Как говорится, и так сойдет. Так, ну все, нужно проходить. И что там на что? Так, я уже нашел узел, какой-то нужно. Подожди, что вы? Вот это я нужен. Попала, обрушилась. Это еще лучше. Так, где-то здесь, где-то на дно. Вы знаете, что ночь? Не хочется ночью пытаться на дно стоя. Ладно, давайте. Хватит. Он где-то здесь. Давайте копать. Так, она слышит, что мой, подумай, что будет тьма, на сколько красный мой. Люди, смотри, лучше, мне это нравится. Луна уже восходит. Это очень плохо, если луна восходит. Потому что когда луна вна, начинает спать, немного, и тем подобное, нехорошее существо. Так, зомбаки мне не нужны. На. Так, зомби погиб. А где, собственно, пауки-то? Мне нужны очень пауки. Это овца. Так, там эндермен. А вот и паук. Мне нужен паук. На. Умри. Зачем ты мне? Все, у нас есть еще одна ниточка. Так, я упал в воду. Свинка, привет. Главное на эндермена не смотреть, а то я в очень невыгодном положении, если придется с ним биться. Ай! Все. У нас... Нам ниток не выпало, вы что, серьезно? Вы серьезно, вы издеваетесь надо мной? Как так-то нам не выпало ниток? На. Нитка. Священная нитка. Которой мне так не хватало. Все, теперь мы не сможем скрафтить арбалет все еще. Потому что нам надо больше всего. Ладно, давайте сложим, у меня уже две нитки есть. Железный топор почти сломанный. А еды-то нету. А нет, картофель есть. У нас есть картошка, это хорошо. Все, мы покушали. Это было очень вкусно и полезно.
на самом деле не очень, ну ладно. Так, пауки, вы там где? Выходите, я вас сейчас буду убивать. А что ты паучков-то не вижу? Давайте соберем наш урожай, а то смотрите, как там уже все выросло, да? Наш урожай уже взошел. Все, давайте что-нибудь убить наш урожай. Все, у нас, смотрите, у нас даже остались семечки. Это хорошо, но пока что их не буду сажать. Мне этого пока что не надо. А что мне надо сделать? Найти пауков, чтобы сделать себе арбалет. Еще надо побольше хлеба сделать так-то. Сделаем побольше себе хлебушка. Чтобы можно было лармиться. Все, теперь погнали ПВПшиться против пауков. Где они там? Мне надо знать. Пауки, вы где? Вылезайте. Вылезайте из своих пещер, я вас буду гнобить. Ладно, давайте сейчас сделаем себе арбалет, попробуем сделать его. Так, механизмы, крючок. Ясно, что мне надо. Хоба, хоба, хоба. Все, мы сделали себе круг. Теперь увеличиваем, как крафтить арбалет-то. Еще железный свиток. Еще не завалялось ни одного железка. Это плохо, надо их добывать. Вот такое сегодня у нас получилось видео. Если вам оно понравилось, поставьте лайк, подписывайтесь на канал. А с вами был я, Джим. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, ждите новые видео.